Почти 500 омичей рискуют остаться без работы. Одно из предприятий может закрыться из-за увеличения арендной платы за землю. Счета увеличились в 7 раз. В подобной ситуации оказались больше 1000 городских организаций. Письма с требованием платить больше из Департамента имущественных отношений города приходят на заводы, предприятия и даже потребительские кооперативы. Антон Парахин продолжит тему. На Омском комбинате строительных конструкций трудится почти 500 человек. Без работы они могут остаться не из-за кризиса в отрасли. Руководство предприятия с лета этого года вынуждено платить в 7 раз больше за аренду земли. Участок оценили по новой кадастровой схеме. Теперь вместо 50 тысяч рублей в месяц необходимо выплачивать более 300. Они прислали нам акт сверки. Вот он, налицо. Значит, с 2014 года, 2015, 2016 год есть договор арендной платы, есть суммы оплаченного КСК, все подтверждается ими. Никаких просрочек платежей не было. Все выплачено вовремя. И тут август месяц 2016 года 5 320 000. Одним месяцем сразу. Выплачивать долги нечем, деньги не были заложены в смету. Чиновники даже готовы подать в суд. В таком случае предприятию грозит неминуемое банкротство. Вообще планируется рассрочка именно за вот тот предыдущий период, за который мы вынуждены начислять эту арендную плату, который прошел с момента вступления в силу всех этих законодательных актов. Я думаю, что решение будет принято горсоветом данное. Собственники гаражей в кооперативе «Север 157» оказались должны почти 2 миллиона рублей. Размер аренды увеличился больше, чем в 20 раз. С 5 тысяч до 115. Собрать такие деньги с владельцев гаражей невозможно. Также по информационной базе, доступной Росреестра, на публичной кадастровой карте, там вообще какие-то земли лесфонда, то есть это еще должна была меньше быть стоимость. Можно запросить вот этот изначальный отчет об оценке, на котором определение кадастровой стоимости, и сдать его, посмотреть на наличие ошибок. Вот уже объявление 20 с лишним, и продают гаражи, понимаете? То есть люди стали массово продавать гаражи. То есть получится такой вот момент, что скоро вообще деньги не с кого брать будут. И вот и получается сейчас, что вот эти вот неправомерные все вот эти вот меры, которые принимает департамент, они, в общем-то, губят на корню. То есть мы фактически, ну, сейчас еще немножко так вот подергаемся, мы на банкроты уже. Сейчас бизнесмены размышляют, что выгоднее – платить ренту или выкупить землю. Долги перед бюджетом увеличиваются. Размер арендной платы может быть снижен только в одном случае, если получится доказать ошибку компании-оценщика. Антон Парахин, Дмитрий Ковалев, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.